Всем привет! Сегодня я буду играть на проекте Arizona Roleplay на сервере Scottsdale. Сегодня мы будем осваивать профессию пилота. Погнал, ёпта! Сейчас на экране вы видите промокод, который вы можете вводить и получать за это кэш. Итак, сейчас мы отправимся с вами в аэропорт. Вот он. Поехали. Так-то я в прошлый раз сыграла, и у меня слетел полностью капот, и все, я встала. Кто-то пытается догнать меня или убить, как обычно. Это происходит. То есть не понимаю, что у вас за мания всегда меня кикать. Ну, не меня кикать, а вообще делать так, чтобы меня кикнули. Срезаем путь. Давайте войдем. Ой, насколько помню, здесь надо было каких-то миллион процедур, что-то медкомиссии проходить. Сначала, да, идем к этому. Блин, гамбургер на башке, прекрасный. Сначала к терапевту. А, давление. Интересно, он так дистанционно мерит давление? Блин, а что так долго? Все. Поехали, буковки. Буква Д. П. П. Все, завершили. Со зрением у нас все в порядке. Держим градусник. Мы допущены к штурвалу. Погнали. Сейчас будет моя самая любимая часть. Ладно, не будем драться. Будем дружить. Будем дружить. Так, Джулиан Ривалдс, пожалуйста, не обзывайтесь, злой человек. Я просто развлечься хотела. У меня не позволяет квалификация управлять. Так, что, поедем в другой аэропорт и заново проходить медкомиссию? Грустно. Завершаем смену и на выход, товарищи. О, где дверь? Едем в другой аэропорт, товарищи. В этом аэропорту самолетов нет. Едем в другой. Одной двери уже нет, капота нет. Вот капота нет теперь точно. Ну шо, кабриолет получается. Кайфуем. Навык вождения у меня повышен. Спасибо. Спасибо. Кто ты? Попугай. Я тоже хочу попугая. Где он сидит? Ого, стриппер. Отошел. Отошел. Поедем на Баку. А все, мы встали. Нам нужен механик. Пешком пойдем? Или не пешком пойдем? Через пару дней, я даже когда иду, падаю, понимаете? Вы хотите, чтобы я на машине нормально ехала, еще пилотом. Спасибо, что не сбил. Мы кикнуты, ура! Короче, мы заново уже доехали, прошли медосмотр и... Наконец-то выходим работать. Если там будут самолеты. Пусть будет этот. Оформляем документы. Как все долго. Погнал! Все. Пройти к самолету можно через переговорную. Поехали. Где я? Кто я? Блин, меня бесит, что я седая какая-то. О, вот. Погнали! Сейчас будет очень смешно. Я уже сижу.
Мы не можем порвать шар, который есть. Стартуем. Стартуем до взлетной полосы. Сейчас будет жестко. Зашли в зону! Зашли в зону ожидания, в зону посадки пассажиров. Погнали. Разворот. Так. 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 Зашли. Next level. Господи. Все. Опа, полетели. Итак, на взлет, сэр! Хо-хо-хо, тихо! Нет! Держаться! Держаться! Нам надо попасть в эту очковую дырочку! Ладно. Попытка номер 2. Пока мы летаем в облаках. Так, где она вообще? Я вообще ее не вижу. Главное не упасть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Где эта дырка? Подскажите. В игре. Вот она. Погнали. Давай-давай-давай бочком. Короче... Случился очень эпик момент. У нас села камера, и в этот момент я умерла. Мы прошли все заново, просто все это резанули, потому что очень долго этих терапевтов, окулистов всяких проходить. Попытка number two. Это так обидно. Все было норм. Я просто типа высоту чуть-чуть ниже опустилась, и все. И оказалась опять у врачей автоматически. Давайте выезжаем на взлетную полосу. Аккуратненько. И стартуем. Так, вижу цель. Иду к ней. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пожалуйста, вырежите потом, как я тут. Тихо. Нет! Почему, когда я его пролетаю, я потом его не могу найти? Вижу птиц. Так, главное не опуститься, чтобы опять... Я третий раз не буду больше проходить комиссию. Так, вот оно. Пожалуйста, мы должны попасть. Нет... Все, давайте, третий раз завершающий. Сейчас только найти его надо опять. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мы не опустимся. Я не вижу его. Да блин, а вот оно. Сейчас мы точно... Мы прошли. У-ху, мы завершили полет почти. Совершаем. Посадочку. Тихо! А, я думала, за это убивает. Ну, типа. Так, почти все. Высаживаем пассажиров. Та-дам! Все как в жизни. Высадка очень долго. Обожаю, когда в самолетах вот эти люди встают и стоят около двери, как дебилы. Потом все равно ждут. А у нас еще одна точка. Так. А все. А сколько нам денег, интересно, дадут? Блин! Еще? Тихо. На данном этапе ты должен двигаться на колесиках.
Заезжаем в гараж. Гараж. Ура! Мы получили деньги. 51 539 долларов. В жизни было бы так. Хоп-хоп, самолетик посадил. Ну ладно, это нихера не легко. Так, мы должны переодеться. Ладно, давайте, короче, еще разочек полетаем. Я надеюсь, мы не разобьемся. Проверим, это была удача или мои читерские навыки. Окей. Все. Мы завершили регистрейшн. И идем на посадку. С чемоданом. Идет блатной в туфлях с пакетом. Опа, ого. Видок. Что, это коробка? А, это дом маленький. Можно разбиться, если ты разобьешь самолет, интересно. Его вообще реально разбить? Посадка. Так, я, пожалуй, так. Вижу кольцо. Слетаем. Конечно, с первого раза мне не удается. Next level. Следующее очко. Тихо. Тихо. Мы попали с первого раза. Блин, а где колесики? Нет! Прекрасно. Мы горим. 11 сентября. Даже так нельзя шутить, извините. А вот колеса. Нет, а да. Мы сейчас сдохнем, да ведь? Да, мы сдохнем. Все, я горю. Я уже не просто дымлю. До свидания. Держимся, держимся, пацаны. Летим, летим. Где? Где, куда, что? Класс! Ладно, это была просто удача, потому что я первый раз что-то сделала. Ладно, стартуем. Койка. Ляжем на коечку. Так, в общем, мы умерли. Ну как умерли, мы легли в больничку. Лежим под капельницей. Ладно, в следующий раз мы попробуем профессию. Какую? Напишите, какую профессию нам еще попробовать. И совсем скоро мы снимем новый видеоролик о нашей игре. Всем пока!